каждого полумарафонца есть два знаковых старта. Это самый первый, когда он финиширует на своем первом полумарафоне, и тот полумарафон, когда он выбежал впервые из 2 часов. Именно таким стала для меня Барселона. И всем адептам из 2 очень рекомендую. Там ровно, там тепло, там супер поддержка. Приезжайте все в Барселону. Из Барселоны в 2 словах по поводу полумарафона, который состоится в феврале 2016 года. Этот полумарафон с женой мы бегали дважды, в 2013 и в 2015 году. Шикарная трасса, огромное количество людей, выдающаяся просто поддержка, заряд, энергии. И, ребят, не пожалеете, очень быстрая трасса. Вот, кстати, улица за спиной, по ней тоже надо будет пробежать на полумарафоне. Ждем всех в феврале. Привет! Полумарафон в Барселоне для меня — это первый полумарафон в моей жизни. Это красивейшая трасса, это офигенная поддержка зрителей. Могу утверждать это уже из опыта многих стартов. Это ценные советы тренера Ирины Борисовны. Конечно же, это вкусная паста пати от Владимира Посекунова. Это море эмоций и незабываемое впечатление на всю жизнь. Барселона – это мой первый зарубежный забег. И второй полумарафон Салафран. Барселона для меня – это красивейший город, шедевр Гауди. И 15 тысяч людей рядом с тобой. Самый бодрый из них – зеленых пальцев. Так что, друзья, все Барселона! Барселона – это, наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что это история, культура, архитектура, спорт. Все это наполнено в этом городе, и поэтому no comment по этому поводу. Я пытаюсь вовлечь свою семью, детей в этот процесс и путешествую вместе с ними. И у меня даже не было сомнений, что при слове «Барселона» у кого-то из моих членов семьи это вызовет какое-то отторжение. Мой полумарафон в Барселоне – это когда я пробежал за 1:32 первый раз в жизни и чуть было не обогнал Вову Посекунова. Пару минут не хватило. Ну а вообще, это редкая возможность зимой пробежать в футболке и в шортах по красивой плоской трассе, где каждые пару километров играет какая-нибудь музыкальная группа. И все это в городе, где есть что посмотреть, есть что поесть вкусно и есть что попить после забега, наверное. Так что всем, кто там не бегал, обязательно бежать. А всем, кто там бегал, обязательно бежать второй раз. Я надеюсь, что в этом году у меня получится второй раз там тоже побегать.